Хей, йоу, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня я прокачаю инвентарь бедного школьника. Бедный школьник, поздоровайся! Всем привет, меня зовут Михаил, и мне 13 лет. Ха, ты говоришь, как будто как диагноз. Меня зовут Михаил, мне 13 лет, уже целых 13 лет. Ха-ха-ха. Короче, ребята, прямо сейчас мы прокачаем Михаила на 2000 голды! MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Михаил, но перед этим, пожалуйста, что надо сделать? А ну-ка! Поставьте лайки, подпишитесь на канал. И нажмите на... колокольчик. Да, да, да. Поставь лайк, подпишись и нажми на колокольчик. Прямо сейчас будет мега прокачка на 2000 голды бедного школьника. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, почему ты бедный школьник. У меня есть брат, телефон не такой дорогой. Короче, у тебя дешевый телефон, вы живете всей семьей, грубо говоря, в одной комнате. И ты меня попросил, чтобы я тебя прокачал, правильно, братанчик? Конечно, без проблем! Брат за брата, за основу взято. Но если вы хотите, чтобы я прокачал именно вас, подписывайтесь на мой инстаграм и на мой ВК. Так, ну что ж, братанчик. Братанчик. Какие кейсы мне покупать? Выбирай. Какой самый окупаемый, как думаешь? Короче, я предлагаю так, 10 Origin и 10 Fable. Это самые окупаемые кейсы. Потому что может выпустить как Treasure Hunter статрек. Ну ты понял, можем стать такими миллионерами, что ты просто обалдеешь бом-бом. Так, 10 Origin кейсов и 10 Fable кейсов. Блин, братанчик, просто мне капец как стрёмно. Я очень надеюсь, что нам повезет. Ты тоже надеешься? Да. Ну что же, полетели! Ой, я даже у тебя не спросил. Так... Так, и начало так себе. А, ну хотя статрек, слушай, тем не менее, уже хотя бы что-то, братанчик. Спасибо большое моим друзьям Ван Хикс, потому что благодаря им у меня такой крутой инвентарь. Они мне очень сильно помогли. Там хороший штаб сотрудников и самые большие цифры. Вся инфа снизу. Также вы сможете получить хорошую премию по слову Кент. Выбирай любой кейс, какой хочешь. Вот этот можешь, или вот этот, или вот этот, или вот этот. Третий, окей. Давай, братик, наше коронное заклинание. Кентемиус. Вибивамиус. Поехали. И нам выпадает... Да ты что, эпик? Слушай, смотри, вначале нам выпала рарка. Теперь эпик, теперь должна выпасть легендарка. Так, какой кейс открываем? Фейбл. Давай, фейбл кейсик. Так, ну что ж, братанчик, давай, жду тебя коронное заклинание для подписчиков, давай. Чундра, баттерфляй выпадает. Выпад чундра. Давай, чундра. И... О, нож бабочки. Слушай, мы уже увидели хотя бы один нож бабочку. И опять статрек. Слушай, ну обалдеть, у тебя будет инвентарь полный статреков. Ты до этого был вообще бомжом. Было только два сраных скина. Не, ребятка, мы это просто так не оставим. Прокачаем тебя по полной программе. Миша, я предлагаю открыть кейс за твоего брата. Максима. Давай, открываем кейс за брата Миши Максима! И... Да ну нафиг! Блин, почти. Давай опять откроем за Максимом. Ты видишь, почти выпал, почти навалило. Хэштег навалило! Ох, братан, поехали. Сейчас навалит, смотри. И... Так? Да блин, что это за хрень-то такая? Так, давайте откроем кейс за твою большую семью. Потому что вы в одной квартире, блин, маленькой, живет... Ты, бабушка, твои родители, ты, твой брат и второй брат. Блин, у вас тут миллион человек живет. Поэтому, братанчик, надо тебя прокачать, надо выбить тебе хотя бы один нож. Согласен? Да. Тупо открываем за твою семью сразу три кейса. Просто за твою семью. Давай, три кейса. Так. Да ты что? Блин, эпик. Ну так себе. Я рассчитывал на что-то получше. Открываем Origin кейсик. Поехали дальше. И Миша выпадает... Блин, слушай, пока что-то нам кто-то наколдовал. Но, братан, все же поменяться в один момент. Еще будет один АКР Treasure Hunter статрек, и мы миллионеры. Поехали дальше. Миш, блин, если тебе выпадет какой-то крутой скин, поделишься с кем-то? С братом поделишься? Там ему только 4 года. Ха, можно не делиться, правильно? Так, смотри, у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 кейсов. Фух, братанчик, это будет плотная карточка, но мы сможем это сделать. Ты готов к этому? Только честно скажи. Да. Я предлагаю сразу залпом два кейса. И давай закроем глаза. Готовы закрыть глаза?
Так, закрывай глаза, не подсматриваем. Так, нож! Ладно, пошутил. Блин, братан, это был пранк ножом, который вышел из-под контроля. Так, ну что же, открываем кейс номер 2, теперь по-настоящему не подсматриваем. Давай, я закрыл глаза, ты тоже. Если будешь подсматривать, подписчики тебя спалят. Так, и теперь... Блин, ОМ члене, ой, Феникс. Ща опять будут писать, что я издеваюсь. Сейчас, короче, я открою кейс легкой рукой. Смотри. Смотри, братан, поехали. Минимум нож бабочка выпадает, смотри. Блин, подними руку, как я. Будем держать эту руку, пока не выпадет какая-то аркана. Братан, держим эту руку, пока не выпадет аркана. Поехали, давай. Пока не выпадет аркана, держим руку и открываем кейс. Я уверен, нам должно повезти. Нам должно навалить, братанчик. Давай. Так, уже статрек, уже хорошо. Братан, не отпускай руку. Давай выше поднимаем руку, сейчас выпадет что-то. Я чувствую, седьмым чувством, попой чувствую. Поехали! Нож! Блин, UMP-45! Так, давай. Еще один фейбл кейс. Братан, руку не отпускай! Давай! Блин, рарка! А, братан, ты руку отпустил! Я-то думаю, чел рарка выпадает, ты руку отпустил! Руку не отпускаем, давай, братан, держим! Блин, у меня уже рука устала, давай! Держим, братик, давай! Аркана! G2Zo Starfall! Небольшая поправочка, я смеюсь не с него, мне просто стало смешно, потому что у меня хорошее настроение. Так, ну что ж, братанчик, у нас осталось последних 5. Блин, братан. Братан. Ты прям... Понимаю. Братан, ты чё так молчишь? Ты чё? Блин, у тебя такое лицо, как будто ты думаешь, блин, Кент, ну ты говнюк. Лучше бы дал бы мне просто голду, если купил бы нож. Но, братан, ну в этом же и суть прокачки. Кому-то везет больше, кому-то везет меньше. Кому-то вообще не везет. Так, ладно, все, братанчик. Поехали. Дальше открывать фейбл кейс. И тебе выпадает... Лидарка! Да ты что, первая лидарка? Братан, белая полоса, все, мы богаты. Так, ты меня слышишь? Да. У тебя же вебка зависла. А, не зависла. Братан, давай. Давай вместе кричать. Нож! Но. О, еще легендарка. Слушай, хэштег неплохо. Так, братанчик, поехали дальше. Как обычно, прокачка от самого Кент ОПК. Фейбл кейс, ты готов? Я не слышу. Готов. Братан, ты может улыбнешься, это ж прокачка для моего подписчика, для моего братанчика, ты такой грустный. Поехали, открываем фейбл кейс дальше, и тебе выпал... Да ну, третья легендарка подряд, прикинь! Обалдеть, да? Вот эти навалило. Слушай, осталось последних 2 кейса, братан. Сейчас, ну, надо тупо набрать все наши силы, набрать всю нашу чакру и открыть фейбл кейсы. Давай, братан, хочешь, я открою ногой ради тебя? Тупо, да. Ногой открывай, давай. Я вспомнил, что я сильно жирный, не. Ногу просто сильно долго поднимать. Давай лучше мизинцем открою. Так, ты готов? Да. Поехали открывать фейбл кейс. И Михи выпадает. И... М110 кибер. Ну, будешь играть, я думаю, неплохо, правильно? Угу. Братанчик, давай, сейчас открой носом кейс за тебя. Подожди, можешь сделаем буст? Давай попробуем хотя бы один раз буст сделать. Мало ли сейчас навалит, а Counter-Hunter в статреке будем богаты. 5 и... 1, 2, 3, полетели! Origin кейс! Так, и нет! Дробовик, пасфандер, братан! Ну, вот такая вот вышла прокачка. Дружище, как тебе прокачка? Так честно скажи, скажи правду. Нормально, ты доволен? Да. Ты теперь уже не бедный школьник? Нет.
Ну что же, мы уважаем подписчики. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Если хотите попасть в прокачку, добавляйтесь ко мне в ВК и в Инстаграм. Особенно в Инстаграм, потому что там я выбрал Максима. Ну что же, с вами был Кентуха, всем удачи и всем пока!